Чувствуешь, Аде? Мы совсем рядом с величайшим призом. Я чувствую только ветер в ушах, капитан. Перестань. Этого сокровища нам хватит на всю жизнь. На 10 жизней. Как скажешь. Эгей, Робертс, встретимся на берегу. За вами следили, капитан Кенуэй? Интересно, долго ли? Хорнигол! Сжечь этого предателя. Разберитесь со своим старым другом, пока я не пожалел, что пошел на это. Все паруса! Капитан, подумай, правильно ли ты поступаешь? Хватит тебе ворчать, Аде! Капитан Хорниголд хочет нас убить! Предатель должен умереть. Но что потом? Уверен, что заслужил обсерваторию больше, чем он и его тамплиеры? Нет, вовсе нет, но что остается? Если есть другие идеи, так не молчи! Забудь о Робертсе. Скажи ассасинам, пусть придут и защитят это место. Ага, пусть придут. Обойдется им это в кругленькую сумму. Если Хорнигол заведет нас дальше в туман, битва будет сложной. Мы около хребта дьявола. Ты про утесы, похожие на хребет чудища? Да, El Espinazo del Diablo, как говорят испанцы. Думаю, опасность миновала. Кажется, мы их потеряли. Военный корабль, Кэп! Шхуна! Чертов корабль! Шхуна, судя по всему! Королевский флот! Кажется, шхуна! Цвета британские! Только один, Кэп! Это Хорнигол. Подойди ближе.
Я скоро вернусь. Мог бы бороться за нечто истинное, но выбрал путь убийцы. И искупить свои грехи тебе нечем. Зато мои руки чисты, Бен. Чертов Иуда, поставивший себя выше друзей. Но так и есть. Что ты делал после Насао? Только убивал и калечил? Ты служишь тем, кого мы всегда ненавидели! Нет! Эти тамплиеры другие, жаль тебе не понять. Если продолжишь в том же духе, вскоре останешься в одиночестве. И придешь к виселице. Может быть. Но одной змеей в мире стало меньше. Этого довольно. Сервок, конвойся! Есть чем поживиться! Рид!
Охотник на пиратов мертв? Да, от моей руки. Откуда вы знаете, где то, что ищут многие? Я помню это место с рождения. Впрочем, все происходило в другом времени. Как в другой жизни. Проклятие! Выражайтесь яснее. В другой раз. Прошу вас, капитан. Впереди небезопасно. Местные жители не сдадутся без боя, Эдвард. Вы готовы сражаться с ними? Готовы убивать? За мной.
Ладно, идем.
Надо идти. Так это обсерватория? Все это? Легендное место. Нужна лишь капля моей крови.
за дверь спустя 80 тысяч лет. Боже, Робертс! Вы сошли с ума? Напротив, Эдвард. Это они сошли бы с ума, узрев то, что за вратами. Вы же, полагаю, покрепче рассудком. Так, берите сундук и несите сюда. Какая грязь и ветхость. Я помню все иначе. Но прошло 80 тысяч лет. Вздор. Не может быть. Ступайте осторожно, капитан. Признаться, меня очень увлекло новое занятие. Вы удивитесь, но я придумал свой собственный кодекс поведения. Собственное кредо? Да, для порядка. Я запретил азартные игры на палубе. Из-за них одни ссоры, а не товарищество. Дезертирство тоже под запретом. Я требую, чтобы мои люди всегда держали оружие в полном порядке и наготове. Разумно. А невыполнение грозит смертью. Только взгляните. Красиво, правда? Верно. Будто картина из сказки. Или древней поэмы. Когда-то они слагали предания. Истории стали слухами, а те легендами. И, как обычно, факты стали выдумкой, а затем и вовсе исчезли. И здесь фиалы. Да, здесь находится кровь древнего народа. Дивной расы своего времени. Вот теперь, друг, я вас вовсе не понял. Неудивительно. Помните одно. Кровь в этих фиалах больше не стоит ни единого реала. Ее оценят. Но позже, не в этом веке. Что за шум? Ах, да. Меры предосторожности. Минуточку. Вот так. Что это за место? Представьте большую подзорную трубу, как у моряков. Вот только оглядеть можно весь мир. Это колдовство. Нет, это господин Джек Рекхэм, где бы он сейчас ни находился. Нассау. Он сейчас там? Он это видит? Да. Не знаю, Джим. Понятия не имею, как управлять кораблем. Не женское это дело. Вздор! Я видел многих дам, которые умеют ставить паруса и крутить кабестан. А сражаться меня научишь? Кортиком, скажем. Или стрелять? И не только. Главное — желание и упорный труд. К успеху надо идти уверенно. Эй, парень! Убери лапы от моей девки! Сгинь, пока цел. Ты не в себе, Рекхэм. Нашел парня тоже мне. Оу! О! А что такого, парень? Забавные они. Давайте еще. Губернатор Вудс Роджерс. Это смелая мысль, но я должен ее обдумать. Предложите палате общин принести присягу верности. Клятва, жест и церемониальная капля крови, взятая из пальца. Только и всего. Убедить министров непросто. А палату лордов не составит труда. Они обожают пышные церемонии.
Именно. Скажите, что это присяга королю против бунтовщиков-якобитов. Да, точно. Ах, тамплиеры. Кровь – важнейшая деталь. Добудьте образцы от каждого. В обсерватории мы должны быть готовы. Согласен. Ценная вещь, видите? Колдовство, точно. Вовсе нет. Все механизмы этого устройства вполне материальны. Они древние, но отнюдь не сверхъестественные. Мы так завладеем всем океаном. Какие планы? В моем кодексе нет ни слова про верность. Вы были пешкой, и партнерства больше нет. Ты покойник, Робертс! Робертс! О, галка улетела, Эдвард. Да? Прелести демократии. Это ведь власть большинства. Я взял бы вас с собой, но... С вашим темпераментом опасаюсь, как бы нам всем не сгореть. К счастью, король обещал награду за вашу голову, и я хочу получить ее. Юноша, вы когда-нибудь видели тюрьму Ямайки изнутри? Видели? Видели?